Вітаю! Ви дивитесь програму Fashion Club. П'ятий тур другого сезону. Знайомимося з нашими новими учасниками. Первую пару участников Аню и Филиппа фотосессии подготовит Марина в салоне красоты «Кудесница». Меня зовут Литвиненко Филипп, мне 26 лет. Интересуюсь рекламой, финансами, продажами. Также интересуюсь вокалом. Ну, в конкурсе интересует получить новый опыт и, конечно же, победить. Хочется попробовать себя в роли ведущего, это интересно для меня. Доволен ли ты своей новой прической? Ну, для мужчины чем проще, тем лучше, наверное, поэтому доволен, все просто. Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 19 лет, я учусь в педагогическом имени Сковороды. На художественно-графическом факультете я творческий человек. Я рисую, занимаюсь творческой деятельностью. Я очень люблю проводить время с друзьями в клубах, в ресторанах. Марина, какой образ вы выбрали для Ани? Я сегодня сделала Аню, такую нежную, романтичную девушку. Мне очень нравится, как Марина подчеркнула во мне, как она сказала, романтизм, нежность. Очень красиво, я очень довольна осталась. Ребята, я желаю вам успехов в фотосессии и передаю вас Жене. Всем привет, мы начинаем. Сильная сторона, наверное, в том, что я настойчивый довольно-таки мальчик. От этого проекта я жду самореализации, возможно, даже расширить свой круг общения, найти новых друзей. Фотосессия первой пары учасників проходить в магазині «Космостар» на Іванова. Мережа магазинів «Космостар» проводить майстер-класи з перукарського мистецтва та косметології. Тут ви можете придбати будь-що для себе та для вашого салону. Слабая, но иногда бываю, при том, что вроде бы есть настойчивость, но иногда и терпение может подводить, поэтому иногда бываю такой немножко импульсивный. Не спать ночами, учить стихи, песни. Легко было работать с нашими новыми конкурсантами? В принципе, да, ребята очень хорошие, они старались, молодцы. Спасибо, Даша. Ребятушки, ну как вам ощущения в роли голливудских звезд? Очень положительные ощущения. Все, чего хотела, все, чего ожидала, да, это оправдалось. Очень веселый, хороший, отзывчивый коллектив. Спасибо вам, ребята, большое. Ну вы обнимали, знакомство удалось? Да, удалось. Как тебе? Все легко было, очень интересно, поэтому все быстро. Если вам понравилась наша пара участников, отправляйте за них смс. Вторую пару участников фотосессии подготовит имидж-салон Светлана Старцева. Меня зовут Рома, мне 19 лет, учусь в Академии городского хозяйства на третьем курсе факультета экономики предприятия.
Меня зовут Марина Капля, я учусь в ЖК Технам на факультете зеленое строительство и садово-парковое хозяйство. Стараюсь успевать помогать родным по дому, там свои какие-то добиваться чего-то нового для себя. В принципе, стараюсь жить на полную. Це необхідне для створення будь-якої зачіски ви зможете придбати в мережі магазинів «Космостар». Чому саме таку прическу вирішили зробити? Ну, як клієнт попросив, таку ми зробили, просто зробили її більш акуратніше. Клієнт доволен? Це добре. Что скажешь о своем новом образе? Ну, образ для меня новым не является. У меня длительный срок времени уже такой образ. Ну, все понравилось. Хорошие мастера, хороший салон. Все понравилось. Впечатления у меня очень хорошие. Мастера все хорошие. Прическа тоже очень нравится. Так что спасибо им большое за это. А сейчас я с вами оставляю Женю. А где Женя? Начинаем фотосъемку. В основном люблю просто ехать на машине где-то куда-то и все. Жду от этого конкурса каких-то позитивных эмоций, чего-то нового для себя. Слабая сторона, наверное, это то, что ради любимого человека я могу абсолютно сделать все. А сильная сторона, наверное, то, что я могу держать свое слово и могу отвечать всегда за свои слова. Первое испытание нашей второй пары проходит в подиум-бар. Подіум-бар – це жива музика та вечірки з відомими діджеями. Тут ви зможете відсвяткувати будь-яке свято. У подіум-барі проводяться покази мод світових та вітчизняних дизайнерів. З 12 години до 17 ви зможете замовити бізнес-ланч за доступною ціною. 4 страви на вибір плюс напій. Та покорити смачного кальяно. Марина, скажи, как ты считаешь, испытание прошло успешно? Мне кажется, да. Очень хороший интерьер в ресторане. Все было замечательно. Назови качество идеальной телеведущей для тебя. Коммуникабельная, общительная, человек, который сможет выкрутиться из любой ситуации. Ты соответствуешь этим качествам? Не знаю, ну, чуть-чуть. Ты готова развивать их и бороться за это? Да. Ну что ж, удачи тебе. Спасибо. Рома, какие образы вы старались использовать в фотосессии? Ну, в фотосессии старались использовать образ как будущего телеведущего. В некоторых вопросах выразить серьезность к этому делу, в некоторых доброту. Ну, в общем, такие стороны основные, которые идут для ведущего. В общем, старались разные. Да, старались как бы сделать все и по максимуму. У вас получилось? Думаю, получилось. Об этом будем судить позже. Ну, думаю, все получилось так, как задумывалось. Даша, съемка отличалась от других предыдущих? Да, отличалась. Интерьер расслабляющий такой. Я думаю, ребята расслабились и получились очень приятные фотографии. Они очень мило смотрятся вместе. Если вам понравилась пара номер 2, отправляйте за них смс. Третью пару конкурсантов Александра и Наталью к фотосессии подготовит наш стилист Марина. Меня зовут Наташа, мне 22 года, я работаю в очень интересном месте, где производят красоту, администратором салона красоты. Увидела по телевизору рекламу и решила принять в этом участие. Я думаю, будет весело и интересно. Привет, меня зовут Александр, мне 21 год, занимаюсь спортом, учусь на 5-м курсе университета. Проект попал совершенно случайно, захотелось попробовать что-то новое, поискать какие-то новые вершины и открыть какие-то для себя новые горизонты. Марина, а характеризуйте эту красоту. Ты знаешь, Катюш, у меня сегодня прекрасное настроение, так как сегодня погода просто радует. Меня вот вдохновило вот на такую прическу. Наташ, почему ты сегодня у меня не невеста? Ну, знаете, наверное, когда буду невестой, приду к вам.
Все необхідне для створення будь-якої зачіски ви зможете придбати в мережі магазинів «Космостар». Видно, що вона одразу посмотрела на мої волосся і побачила просто, не знаю, ідея, наверное, одразу її озарила. Ну, ви самі все бачите. Ну, у Саші ми вирішили залишити все, як є. Саша, ти розстроївся, що тебе не коснулася рука мастера? Женя, передаю тебе третью пару участников. Желаю удачи на фотосессии. Спасибо. А мы начинаем. Я позитивный человек, пытаюсь от жизни получать максимум. Добрый, отзывчивый, всегда могу помочь, если человек этого просит, требует от меня. Может быть, в определенные моменты иногда очень от себя много требую, когда это не нужно. Пытаюсь достигать максимума, где как бы это не совсем необходимо. Готов приложить максимум усилий. Попытаемся с Наташей сделать все, что от нас зависит. Съемка наших участников проходит в ресторане «Асторія». «Асторія» знаходиться у центрі міста. Це ресторан, в якому можна провести будь-яке свято. Весілля, корпоратив, день народження ваш або вашої дитини. Чи просто поспівати у караоке. З 13 години до 17 діють знижки 20%. Заказ банкету від 165 гривень з людини. Я добрая, открытая, веселая. И отрицательная, не знаю даже. Опаздываю, не слышу телефон. Даже не знаю. Да, я пришла сюда ради участия. Ну, будет приятно, если я выиграю, да. Ну, я постоянно днем и ночью работал над этим. Я много готовился к этому конкурсу, просматривал различного рода интервью. Я хочу выиграть, я хочу быть первым. Что вы можете о себе рассказать? Я такая вся классная, я добилась успеха, поэтому... Как вы добились таких высот? Вы имеете в виду, как я выиграла в программе «Пашинка»? Ну, само собой. Я очень старалась просто, на самом деле. Я чувствовала в себе эту искру, и все. Даша, конкурсанты, на мой взгляд, очень фотогеничные. Что скажешь ты? Я скажу да, во-первых. Во-вторых, очень приятная обстановка в ресторане. Нам очень повезло с этим, поэтому ребята раскрепостились приятно. Так все было, молодцы. Они старались? Да, мы старались. Голосуйте за нас. Как я уже сказал, фотосессия мне очень понравилась. Как ты считаешь, вы сработались? Да, я думаю, сработались и постепенно начали вживаться в образ звезд. Ну и в итоге все классно получилось. То есть уже звезд? Ну да. То есть дальше участвовать смысла нет? Вы победили, да? Ну, будем на это надеяться. Если вам понравилась пара номер 3, отправляйте голоса на номер, который видите на экране. Кафе «Караоке-бар «Шашличний двор» – це місце комфортного відпочинку. Тут ви зможете відсвяткувати будь-яке свято, провести романтичний вечір чи відпочити з друзями веселою компанією, смакуючи європейську та кавказьку кухні, співаючи в караоке улюблені пісні. Катя, я отримав результати наших конкурсантів, давай їх оголосимо. Перша пара – Филип та Аня – отримують 40 балів. Друга пара конкурсантів – Рома та Марина – теж отримують 40 балів. Третя пара – Наталя та Олександр – отримали 40 балів. Наше журі прийняло рішення, що усі конкурсанти впоралися однаково добре. Скажите, как вам наши конкурсанты?
Мне очень понравились тем, что они очень разные. Абсолютно вообще. Давно, в принципе, такого не было, что абсолютно разные участники. Но это плюс или это разбежность? Ну, это плюс, потому что, я думаю, мы дальше увидим в творческом конкурсе, знаешь, наверное, абсолютно разные, наверное, какие-то номера, что очень интересно посмотреть. С какой парой было легче всего работать? Ну, со всеми по-своему сложно было и просто, на самом деле. Не могу отметить какую-то пару, которая была проще всего работать. Все старались, поэтому было достаточно хорошо все. Может быть, для себя какую-нибудь выделили? Нет, я для себя никого не выделила. На самом деле, вот как сказал Рустам, все очень разные и по-своему красивые. Скажите, вот тут бытует мнение, что очень творческие пары и все по-своему достойны. Вы выделили кого-то для себя? Да, я выделила для себя, несмотря на равное количество баллов. Мне очень понравилась пара Филипп и Аня и Саша с Наташей. Ну, сказать я пока ничего не могу, посмотрим, что будет на творческом номере. А почему все-таки, если они лидеры, у всех одинаковые баллы? Ну, по крайней мере, на фото смотрелись, в принципе, все. Но все равно фаворит это нужны. Денис, какая пара понравилась больше всего тебе? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я тут режиссер, я всех их знаю. У каждого свои достоинства, свои недостатки. Я не буду никого выделять пока что. Может быть, тогда расскажешь телезрителям, как принять участие в нашей программе? Да, кстати, это очень важно, потому что в нашей программе попробовать себя в роли телеведущей может практически любой. То есть вы можете позвонить по номеру, который сейчас вы видите на экране, и предложить сделать заявку на участие в программе. И по телефону вам все объяснят, все условия. Ребят, огласили результаты, у всех равное количество баллов. Как вы к этому относитесь? Мы полностью согласны с мнением жюри, но на творческом конкурсе выложимся на полную и постараемся занять первое место. Ну что, желаю вам удачи. А что будет у вас на творческом конкурсе? Ну, мы это оставим в тайне. Ну, это будет как бы общий клип. Мне кажется, довольно-таки неожиданные результаты. Да, мы тоже очень удивились. А что готовите на второй конкурс? Обязательно об этом рассказывать? Мы предпочитаем оставить немножечко это в тайне. Намекните. Это будет какая-то видеозапись, какая мы не скажем. Ребята, у всех конкурсантов сегодня равное количество баллов. Как вы оцениваете свои шансы и есть ли явные лидеры? Так получилось. С конкурсантами мы зустрінемося у творчому конкурсі. Наступного тижня. Наша практика телеведущих продолжается. И этой ночью мы идем знакомиться с посетителями клуба «Лагуна». Добрый вечер! Это программа «Fashion Club». Мы находимся в клубе «Лагуна». И у нас вопрос. Девушка, скажите, чего вам не хватает для счастья? Ну, наверное, веселье, хорошего мальчика и больше всего. Смотрите программу Fashion Club. Скажите, пожалуйста, чего вам не хватает для полного счастья? Денег, денег надо, бабки. Отлично. Отдыхать, чтоб красиво надо отдыхать, бабки надо. С вами программа Fashion Club. Скажите, чего вам не хватает для настоящего счастья? Любви. Большой, огромной, чистой, настоящей. Большой, огромной любви, да? Одной всего. И хватит на всю жизнь. Как зовут вас? Катерина. Катерина, меня Женя. Очень приятно. Я смотрю Fashion Club. Добрый вечер, меня зовут Екатерина, программа Fashion Club. Скажите, какую музыку вы предпочитаете? Техно. А можете напеть буквально пару слов? Не, я не могу. Мы находимся в горячей точке города Харькова, в клубе «Лагуна». Скажите, какую музыку любите слушать? Клубную. Клубную? Лирику турецкую. Скажите, о чем песня?
О любви. А что сейчас отмечаете? Ничего, просто отдыхаю. Суббота. Скажите, сегодня представим, что вы стали знаменитостью. Ваши действия. Мои действия. Сначала мы делаем фотосессию, потом мы летим в Прагу. Рассчитаемся с долгами за газ. И все будет прикольно. Вам нужно в политику. Однозначно. Мы вас ждем. Хорошо. Спасибо. Смотрите Fashion Club. А сейчас вы увидите финал конкурса первого сезона рубрики Fashion Детки. Финал проведет Диана Варданян. Ви дивитесь фінал першого сезону рубрики «Фешн Дітки». Сьогодні ми дізнаємося імена головних переможців. Сколько смс-ок вы отправили? Не знаю, штук 5. Вы за нее много отправили смс-ок? Ну, много. У нас все знакомые наши, которые знали, все отсылали и болели. Ты отправила за него много смс-ок? Ну, не фанатела, но отправила. Выносим благодарность интернет-магазину игрушек www.igrushki.kharkov.ua за предоставленные подарки. Главным победителем первого сезона проекта «Фэшн Детки» стали Андросов Артур и Малютина Алена. Приглашаем принять участие девочек и мальчиков от 3 до 15 лет в проекте «Фэшн Детки». Аленочка, скажи, как эмоции, какие у тебя впечатления? Ты победила сегодня в этом конкурсе. Я очень рада, спасибо всем харьковчанам. Мне очень нравится ваша программа. Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Артур, скажи, какие у тебя эмоции, впечатления? Ты сегодня победил. Я просто хотел сделать людей счастливым. Скажи мне, ты рассчитывал на победу? Да, рассчитывал. Как тебе твоя напарница Алена, которая победила среди девочек? Как ты думаешь, вы сработаетесь? Да. З вами була рубрика «Фешн Детки». До зустрічі в наступному сезоні. Ми знаходимося в диско-клубі «Йосай» і у нас конкурс. Ми готові к победі, ми лучші! Девчонки, привіт! Як називається ваш колектив? Smile Dance! Ух ты, как дружно, молодцы. Кто сидит такой симпатичный, очаровательный во главе стола? Наша любимая тренер Наташа. Нам и зрителям очень интересно узнать биографию вашего коллектива. Ну, мы вообще представляем клуб, спортклуб «Малибу». Мы вообще, наш джаз-фанк существует всего лишь 4 месяца. Девочки, как долго искали коллектив, или вы как подружки пришли? Как долго занимаетесь спортом, танцем? Что происходит в вашей жизни? Ну, искали мы не очень долго, в принципе. Так вместе все нашли, и все сразу сговорились и пошли. Девочки, какой стиль танца наиболее близок к вам? Это что-то общее, какая-то волна танцевальная, джаз-фанк, еще что-то такое современное? Либо вы думаете начать изучать новый стиль? Бывает там хип-хоп, забацаем. Запасы. Иногда там, что у нас было? Контемп у нас был, вот. А сейчас мы в основном джаз-фанк там. В общем, стиль джаз-фанк, но мы как бы пытаемся экспериментировать. Девчонки помогают в постановке номеров? Конечно, они у меня такие умнички, у меня самые-самые талантливые. Они сами все и делают. Я только присутствую, да? Good being bad.
есть люди, на которых вы хотите равняться в мире танца? Да, конечно, у нас, да. Единогласно? Или, может быть, кто-то из женщин тоже есть в этом красном списке? Вот Татьяна Денисова тоже, вот, очень. Танцуем для себя или есть какие-то наполеоновские планы, есть вершины, которые хочется покорить? Мы пришли с мыслью для себя и как продолжить развиваться по этому. А я их начала. Они не для себя у меня ходят. Не, ну, конечно, и для себя в первую очередь, но потом хотела бы развиться больше, ну, в танцах, и потом, может, в будущем, может... Силы чувствуешь? Да, конечно. Да, я молодец. Я это знаю. Да. Висловлюємо подяку за допомогу у створенні образу ведучої, стилісту-візажисту Ірині Лімонченко.